кряхту. Уже, конечно, пора. Да, уже все. Сейчас уже трудно поверить в то, что этот крепенький, розовощекий малыш еще недавно весил чуть больше килограмма и был ростом всего в две ладони. Жительница подмосковного Пущино Наталья Мартьянова родила Всеволода на 26-й неделе беременности. В машине скорой помощи все и случилось. Вот, меня привезли в Серпуховской роддом, и оттуда уже врачи перинатального центра города Видное забрали Севу сюда на долеживание, дохаживание. Первые дни бригада реаниматологов Видновского перинатального центра выхаживала маленького Севу в условиях роддома в Серпухове. Таких маленьких малышей, рожденных именно в таких экстремальных условиях непосредственно, в первые часы жизни, даже, может быть, первый день, их стараются не транспортировать, чтобы не было ухудшения состояния. Он должен быть согрет, он должен быть гемодинамически стабилен. На следующий день наша же бригада уже третий раз, когда малыша уже видели, да, то есть мы уже пошли вторые сутки, а ребеночек был переведен к нам. В Видновском перинатальном центре Сева провел почти 3 месяца. Дальнейшее выхаживание уже происходило в отделении реанимации второго этапа. Здесь у нас в Видновском перинатальном центре. А уже потом малыш поступил к нам в отделение патологии новорожденных, где мы его в дальнейшем доращивали и готовили его к тому, чтобы он полноценно мог находиться в домашних условиях. Безумно благодарна всем вообще врачам. Мой лечащий врач здесь уже в патологии была Ирина Александровна. Просто прекраснейший человек. Она, мало того, что она прекрасно заботилась о себе, она еще умудрилась как-то со мной разговаривать. Я человек эмоциональный. И она как-то все время меня успокаивала и вот это помогала поддерживать вот этот вот боевой и такой позитивный настрой. Мам недоношенных деток в Видновском перинатальном центре поддерживают не только врачи, но и медицинские психологи. Очень важно для врачей, чтобы мама была в одной команде, а для самой мамы очень важно, чтобы она приняла эту ситуацию уже как свершившуюся. В этом как раз ей нужна помощь психолога. Сейчас Сева весит уже 2,5 килограмма и готов к выписке домой. Но через неделю малыш с мамой снова приедут в отделение Катамнеза, где ребенка будут наблюдать до 3 лет. Каждый год из Видновского перинатального центра выписываются более 1000 таких малышей, которых удается выходить благодаря стараниям и профессионализму медиков. Екатерина Борисова, Галина Житкова, Константин Брылов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.